сейчас я взяла перерыв, занимаюсь выполнением семьи, занимаюсь воспитанием сына и учусь. Так что так свободное время провожу с пользой, насыщенно чересчур даже, я бы сказала. Так же успешно получается, как на дорожке. Знаете, да, и я вот анализирую даже и понимаю, что спорт помогает абсолютно на все сферы жизни, и даже вот в учебе концентрироваться на все, что даже намного проще дается, чем если бы, господа, когда я училась, неактивно занимаюсь спортом. Ну вот на данный момент, да, самое яркое воспоминание, которое осталось после Олимпиады, может быть, самая такая яркая история. Вы знаете, на самом деле, со временем, к сожалению, эти эмоции притихают, заменяются новыми. Но каждый раз, вспоминая этот день, 11 августа, даже все помню прекрасно, это действительно, наверное, эмоция на всю жизнь. Последний укол и объятия девочек, это дорогое, конечно, стоит. Ну когда мы вас снова видим на дорожке? Вы знаете, я думаю, что к Новому году я уже буду в строю. Так что с нетерпением жду, уже готова вступить в тренировку. Потому что в ближайшее время, я думаю, что после лета начну восстанавливаться. Здорово. Про сегодняшнее мероприятие давайте немножко поговорим. Я знаю, что вы один из организаторов, да? Расскажите, в чем была ваша задача? Вы знаете, на самом деле, это просто изначально была наша идея. После Олимпиады мы поняли, что очень большой интерес к нашему виду спорта, но не все люди могут получить доступную информацию. И вот конкретно сразу после Олимпиады провели такое небольшое, такое показательное мероприятие. Приехала моя команда шпажная, вся почти. И очень было много откликов положительных, и нам предложилось Федерация фехтования Санкт-Петербурга немножко приукрасить мероприятие именно Кубок мира, чтобы мы как-то тоже показали, проявили и пригласили других людей посмотреть, что это такое. И сегодня очень интересно, на самом деле вообще не знакома с атлетическим фехтованием, сегодня было очень интересно посмотреть, что я первый раз вообще видела и так удивилась, что тут происходит. Поэтому связь ребенок, наверное, очень актуальна была, тем более на такой знаковой площадке для России и для Санкт-Петербурга, конечно, как Эрмитаж. Все были очень рады именно фехтовальщикам, такое хорошее отношение, потому что я всегда говорила, фехтование – это больше, чем спорт, это искусство. И сегодня день – это яркое подтверждение. Спасибо большое, ждем Нового года. Спасибо.